Контейнерная площадка у дома 64 на Северной улице в Одинцове. Один из нескольких адресов, которые по обращениям жителей посетили представители Госадмтехнадзора, областного министерства ЖКХ, администрации Одинцовского округа и регионального оператора. Межведомственная комиссия отмечает характерный запах, тщательно осматривает территорию и сами мусорные баки. Их дезинфекцию необходимо проводить не реже одного раза в 10 суток. При осмотре данной контейнерной площадки зафиксирован факт либо отсутствия, либо ненадлежащего исполнения обязанностей региональным операторам. Частично из трех баков два как бы помытые, один находится в загрязненном состоянии. Помимо визуального контроля, осмотр контейнерных площадок проводится и с помощью системы камер «Безопасный регион». Так контролируется своевременность проводимых рекоператором работ. В случае выявления фактов по сбою графика вывоза мусора, отсутствия графиков вывоза мусора на контейнерных площадках, то есть наличие дезинфекции баков на контейнерной площадке, в случае выявления административных правонарушений к региональному оператору применяется мера административного воздействия. Штраф за данное правонарушение составляет от 100 до 250 тысяч рублей. А контроль деятельности русского регионального оператора осуществляется регулярно в рамках ежедневного мониторинга территории округа сотрудниками Госадмтехнадзора. Кроме того, поводом для проверки может стать и одно обращение жителя. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».